22 мая, река Сысала, ветер 5 метров в секунду, но тем не менее. Выбрал место на входе в курью, вода как бы высокая еще. Вот, думаю, что как бы рыба в курье еще держится, так как глубоко там. Посмотрим, что из этого выйдет. Условия, конечно, с ветром не очень, он прям в лицо. Кормушка обратно при закиде аж возвращается. Так. Подлещик. Кочпани. Сразу как заезжаем. Отдыхает первый подлещ. Вот здесь старые знакомые. Итак, друзья, сегодня помешал сильнейший ветер. Вот. Вроде точку закормил, но вот помешал. Ветер сильный. Тем не менее, под леща взял одного, пару ершей.